устраивает ли вас качество, самое главное, количество велодорожек? И второе, существует целевая программа по развитию велоинфраструктуры до 2017 года. Соответственно, город должен построить 150 километров. За последние два года построено всего лишь 16. Вопрос, успеет ли за оставшиеся три года построить 130 километров? Программа велосипедных дорожек пока проваливается, это точно абсолютно. Дальше, пешеходных зон в наших парках замечательных и красивых, и в наших лесных насаждениях эта программа тоже проваливается. Ну, что тут сказать? Мы дадим еще какое-то время, да, 2014 год обещает, что будет прорыв в этой части. И я надеюсь на то, что у городских властей все-таки наступит осознание того, что вот вчерашние стандарты, вчерашние стереотипы, это уже сегодня не работает.